Стоим 50 минут. Туда бы забраться. Сделать бы оттуда вид. Иду по Воронежу. Не, ну а что я так на позитиве вообще-то? Чего давать-то? На самом-то деле. Посмотрим, что там. А тут вон что. Паровоз, как у нас в Калининграде, такой же стоит, кстати. Если вы обратили внимание, с такой же. Я показывал его, кстати. Село Висла-Поляна.
хотел тут побывать. Ух! И вот он тут. Вот время 3:30, кстати, вот. Показывает табло. 3:45 утра. Вокзал, люди сидят там. Что интересно.